Ну, и Рафа очень серьезно, проведя огромную работу, рассчитывает на положительный результат. 0:30. Взялся за дело с первого же мяча испанец. Вращение, о котором говорил Надаль, голландец, прошу прощения, я почему-то все время называю Хаса, но памятую о Томми Хасе. Конечно, Робин Хаса – это теннисист из Голландии. Приношу свои извинения. По инерции. Опять не справляется с подачей. Ну, вот сейчас Хас полнул форхенд, обратный кросс. И неплохо накрутил, как говорят теннисисты. То есть придал мячу сильное вращение, но недостаточное для того, чтобы избежать ошибки. Ну, а сейчас подача с выходом к сетке позволяет ему выиграть первый гейм в этой встрече. За счет вот этого вращения сумасшедшего, который придает Надаль при выполнении ударов в задней линии подскочившему мячу, он имеет возможность играть широко, близко к боковым линиям и особо ударить, то есть Голландии. 4-2 Раф подает. Все здорово сделал и укоротил по идее очень и очень неплохо. Причем, смотрите, играл с лета резанным ударом, пытаясь оставить мяч у сетки, но не получилось. 15-0. Да, с мяча брошена не лучшим образом Надаля до этого гейма. Ой, как хорошо. Против хода, быстро. Даже не успел, по-моему, понять Надаль, что происходит. Редко мы видим, когда второго сета, вот мы видим, опять-таки ошибается голландский теннисист. Здорово. Это здорово. Ну, правда, сейчас повезло Хазу, потому что, смотрите, сейчас покажет нам, видимо, повтор. Оставляя мяч у сетки, вот, смотрите, укорачивает. Мяч ударяется о трос и далеко от сетки падает. Так что хватило времени. Угодный вид. Здорово. Классно сейчас провел эту комбинацию Робин Хазе. Смотрите, прекрасный обратный кросс. Рафа ждал его. Ну, а последний удар вот в полете, как говорит мой коллега Александр Васильевич Колевот, в безопасности. Смотрите, как кладет в линию подряд. Вот это та уверенность, которая крушит любую оборону, когда в порядке Надаль. Очень быстро. Вот видите, как сейчас сыграл. Вот
Вот он, любимый удар Надаля. С очень сильным верхним и одновременно боковым вращением. Покажет нам сейчас с вами. Сыграл Форхе. Ну что ж, интересная комбинация, в которой, опять-таки, Рафа был не очень хорош. Вот этот обводящий удар был не лучшим образом им исполнен. Попал. И опять, смотрите, сумасшедшим вращением с бэкхенда коса сыграл Рафа. Не угадал. Сейчас еще Хаза, что мяч полетит по диагонали. Причем подает британец, а испанский теннисист имеет сейчас тройной брейкпоинт. 0-40 на подаче Эдмунда. Как растаскивает, как широко играет Рафа. Угадал сейчас. Возможность получить хороший номер посева на первом турнире Большого шлема. То есть в Австралии, у него дома. Красиво. Неожиданный укороченный с приемом подачи не застал врасплох Рафу, а даже можно сказать, что не ожидал Хаза, что добежит до этого мяча испанец. Ну, а Рафа